Пожалуйста, в чем сказал директор? Сколько норма отпуска сахара, женщина? Норма я не женщина, хорошо, девушка. Норма скажет. Отпуска так. Сахара нет. Пожалуйста, хорошо. Берите. Зачем вам столько сахара? Да, мне необходимо для консервации. Скажи, пожалуйста, вам директор давал распоряжение давать вам эту норму отпуска? Нет, ничего. При чем здесь директор? Пожалуйста, так. Звоните в город. Только что вы сказали о том, что директор дал, он сказал, что 5 килограмм. Не было такого. Извините, пожалуйста. А зачем забираете сахар? Я у вас не забираю сахар. Хорошо. Я хочу к кассиру подойти, к которому вы мне не подаете. Итак, попытка номер 2 купить 20 упаковок сахара. Продавщица ушла очередной раз куда-то консультировать. А что он говорит администратор? Повторите, пожалуйста. Отпускать по 5 килограмм. На что он ссылается при этом? Вот. Вы кассир. Выбивайте 4 чека, пожалуйста. Это город Гомель, универсам на Дворникова. Здравствуйте. Вот. Универсам Сельмашевский. Место в городе Гомеле, где с 26 мая введено ограничение продаж сахара. 5 пачек в одни руки.